Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня наша тема-лекция видеоурока следующая. Нервные вздрагивания, когда человек засыпает. Частенько люди задают такой вопрос. А вот есть точки акупунктуры от такого состояния? Прежде всего, первое. Помните, когда человек засыпает, и при этом происходит вздрагивание у него тела, либо конечности, либо общее вздрагивание, либо общее напряжение, значит, что некоторые западные медики говорят, что у вас предрасположенность сердечно-сосудистым заболеванием. Но это западная медицина. Это почечная недостаточность может так проявляться. Это нервное перенапряжение, либо эндокринные заболевания, либо заболевания суставов. Что восточная медицина нам скажет? Прежде всего, что человек не умеет расслабляться. Вот частенько приходят люди на диагностику, задаешь им вопрос, а что вас может расслабить в жизни? А он качает головой, вы знаете, мне вот сколько лет, а я не знаю, что меня даже может расслабить. Потому человек даже когда засыпает, он засыпает со своими мыслями, со своим напряжением, он не может расслабиться. Понимаете? Он не может расслабиться. Для этого что нужно? Научиться прежде всего расслабляться. Здесь ванна вам в помощь. Вот и все. Вода расслабит любого человека. Мало вам 40 минут, да час поваляйтесь вы. В ванной добавьте еще килограммчик морской соли, чтобы соль помогла вытащить с вас хоть какую ки, которая накопилась у вас, если не можете вы сами расслабиться. Ну и, конечно, вы должны искать свое, то, что вас расслабляет. Ну и, конечно же, учиться спать. Спать нужно сосредоточенным. Вот тогда вы расслабитесь. Вот и все. Элементарно все просто. Нужно к этому учиться, это совершенствовать. Очень хорошо помогает дыхательная практика при различных нервных вздрагиваниях. Вот, и когда человек засыпает. И точка В11, Дагджу, нам в помощь. Вот простой вам пример. Купите нефритовую подушку. И когда ложитесь спать, пожалуйста, вот положите нефритовую подушку в эту область. И вы посмотрите, как вы расслабитесь перед сном. Почему? Потому что нефрит, он расслабляет человека. В данном случае он расслабит данную точку. И что отведет ту избыточную энергию, которую вы накопили своим неправильным образом жизни. Спасибо за внимание.